должна следить за местоположением ваших. Я правильно стою? Про очень правильно. Так, спасибо. Очень окей. Правильно. Сейчас узнаем после одной рюмки. Лахаим, сегодня не просто урок, сегодня у нас занятие в Рош Ходеш Адар. Я должен сказать одну байку. Я чуть не опоздал на урок по одной причине. Мне позвонил один человек и говорит, вот тут пришло сообщение из достоверных еврейских кругов, что сегодня, сейчас вот два дня, сегодня и завтра, такие дни бывают только один раз в тысячу дней. И нужно читать 119-й псалом, нужно пойти в микву, потому что вот сейчас это все отличается. Я говорю, слушай, во-первых, то, что вы говорите, оно бесспорно и так хорошо, да? То есть только сегодня читать 119-й псалом, пойти в микву, дать сдоху, это хорошо. Так что я кто? Я последний, который буду говорить вам, что этого не делайте. Он говорит, ну а что же эти за тысячу дней? И тут я сообразил, что идет речь просто обычном Рош Ходеш Адар. Второй Адар. Почему? Потому что сегодня сейчас у нас высокосный год, который бывает только 7 раз в 19 лет. И где-то приблизительно раз в 3 года оно так и бывает. Но продали это под соусом, что такой день бывает только раз в 1000 дней. Правда? Да. Это все правильно. Так сегодня у нас Рош Ходеш Адар. Второе, да. И сегодня мы как раз об этом будем говорить, и о том, почему, что значит увеличивать в радости. Но сегодня мы выходим на финишную, почти на финишную прямую, еще один круг остался, еще одна неделя до финишного круга, перед праздником Пурим, и мы должны увеличить разницу каждый день, это месяц сам, мы сегодня об этом, конечно, будем говорить, самый благоприятный для еврейского народа, у этого есть даже законодательная имплементация, поэтому нет, поймите меня неправильно, это не значит, что увеличивать радость нужно каждый день увеличивать, сколько мы выпьем, и это совершенно не так, что главное про заповедь праздника Пурим, это напиться до чертиков, или как я слышал одного своего соученика, а потом слышал еще одного своего соученика, что главное, извините за выражение, на Пурим это напиться так, чтобы блевать, это не обязательно, это не является выполнением заповеди, главная заповедь праздника Пурим, это в одном куске вернуться домой, что Бог Хашем наших празднованиях праздника Пурим не всегда удачно бывает. Не у меня, не смотрите, у меня все в порядке было. Но есть герой нашей общины, слава Богу. Поэтому, но в любом случае, для того, чтобы раскрепостить сознание и увеличивать радость, вот этот праздник, Рош Ходеш, Ходеш Тов, Лахаем, Лахаем. Борух Атод, Ино, Лахину, Мелаурим, Шагану, Мидворим. Окей, можно закусить чаем, если кто-то хочет. Так, поехали. Будем учиться, и все знают крылатую фразу о том, что как заходит месяц Адар, мы начинаем увеличивать в радости. Естественно, обсуждается вопрос, а как же нам, который мы сегодня попытаемся поставить все точки над «и» по поводу радости, почему и причем здесь месяц Адар, как же нам увеличивать радость, если кульминация этой радости – это Пурим, и в Пурим мы должны уже веселиться так, чтобы вообще не отличать мясной от молочного, не дай бог, чтобы не отличать Мордехая от Амана, то как же потом еще увеличивать в радости? Естественно, вопрос, что значит это увеличение в радости? Известно, что увеличивают в святости, а не уменьшают. Малим покойдешь в лома редим, в святости. Все, что мы делаем, мы должны всегда увеличить. Мы не можем что-то соблюдать, потом решить, окей, я отдохну, я буду соблюдать меньше. Да, у меня висела мезуза на трех дверях в моем доме, нужно повесить на пяти, но я решил, я сделаю, I will take a break, и я повешу, одну сниму. Нет, мы только увеличиваем святость, точно так же увеличиваем радость. И цитата эта приходит даже не из Геморы Мегила, не из раздела Вавилонского Талмуда, который говорит о Пуриме, а из последнего раздела Талмуда Таанит, один из самых коротких разделов Талмуда. Посмотрите первый отрывок. Мишенихнас Ав Мимоатим Басимха. Написано в Мишне, к которому мы сегодня с вами еще вернемся, что когда заходит месяц Ав, это летний месяц, я знаю, что такое месяц Ав, мы уменьшаем в радости. Амар Рав Иуда Брейд Рав Шмуль. Сказал Рав Иуда от имени Рав Шмуля. Шмуля Бар Шелет, сына Шелета. Мишмей Де Рав от имени Рава. Кишем Шенихнас Ав Мимоатим Бесимха. Точно так же, когда начинается месяц Ав, мы уменьшаем в радости. Точно так, как Мишенихнас Адар Марбим Бесимха. Точно так же, когда заходит месяц Адар, мы увеличиваем в радости.
То есть, ни много ни мало, единственная вот эта крылатая фраза по поводу нашего месяца Адар, она приводится просто в комментарии в Талмуде. Это Талмуд, когда Гемара уже комментирует Мишну. Сама Мишна не говорит о месяце Адар, сама Мишна говорит именно о месяце Ав. Теперь, окей, хорошо, у нас есть... Как думаем, почему мы увеличим радость в месяце Адар? К Пейсаху радость? Почему нет? Убирать это радость? Слушай, пока не убирай, радость. Да, где твоя жена? Что-то мне странно представить, что она бы этому радовалась так. Почему мы радуемся месяца Адар? Что такого месяца Адар? Ну, кроме того, что месяца, Пейсах у нас через полтора месяца после начала месяца Адар. Ну, Пурим. А, ты имел в виду, наверное, Пурим, да? Увеличим радость, потому что у нас есть праздник Пурим. Теперь, одну секундочку. У нас есть много других праздников. У нас есть праздник Пейса, как бывший упомянутый. Ну, ладно. У нас есть праздник Шавуот. Ладно, коротенький, всего два дня. Но ни один из этих праздников не делает целый месяц, в котором мы должны радоваться. Да, месяц Нисан, в котором выпадает праздник Пейса. Мы не говорим Таханун весь месяц. Мы не говорим молитву о покаянии. Но мы не говорим, что этот весь месяц нужно радоваться. Праздник Шавуот, также один из трех паломнических праздников, который выпадает в месяц Сиван, тоже не делает этот месяц праздничным. Более того, он делает праздничным только первые 12 дней, а дальше это уже обычные дни. Ни один из месяцев не делает целый месяц радостным, потому что там есть какой-то праздник. Даже если мы говорим о месяце Тишрей. Месяц Тишрей, который просто напичкан праздниками. Да, я могу точно сказать, моя жена со мной согласится, что для нас месяц Тишрей это очень праздничный месяц, который нужно пережить. Да, главное выжить месяц Тишрей, дожить до Шабаса Берейшис. Бог Хашем, в этом году был первый раз, за то, что мы здесь собираемся на Шаббат уже, по-моему, 15 лет, первый раз, что на Шаббат Берейшис собралось много людей. Обычно Шаббас Берейшис, который сразу после Симхас Торы, а в этом году, по-моему, было буквально на следующий день, обычно, как редкие евреи долетают до ступенек синагоги, потому что уже это не может. Но при этом месяц Тишрей, который, казалось бы, гораздо логичнее назвать месяцем радости, мы не говорим, что мы увеличиваем в радости, и весь месяц, он не месяц радости, даже в этот месяц, не полностью весь этот месяц, мы не говорим Тахану. С Рош ха-Шана по Йом-Кипур, не включаем Кипур, мы да говорим Тахану. Только после Йом-Кипура, включая Йом-Кипур, мы перестаем говорить Тахану до окончания месяца. А еще одно доказательство, что логичнее было назначить именно месяц Тишрей, месяцем радости. Это то, что в него приводит не только потому, что там так много праздников, а то, что в этот месяц приводится праздник, о котором конкретно говорится, что нужно радоваться, как заповедь из Торы. Посмотрите второй отрывок. Да, написано в книге Дворим. «Высамахта лифней Ашем локеха, атау винха, увитеха, вавдеха, вамотеха, валави ашем шарека, гева, айтом, валмана, ашем кирбеха, маком ашем хам, ашем локеха, лишакен шмошам». И будешь радоваться перед Всевышним Богом твоим, ты и твои дети, и твои дочери, и все твои домочадцы, и левиты, которые в твоих воротах, и чужаки, и сироты, и вдовы, все, кто будет с тобой, будут радоваться Всевышнему в месте, которым выберет. Идет речь о празднике Суккот. Праздник Суккот – это единственный праздник в Торе. Мы сейчас не говорим о свитке Эстер, который упоминается уже в Ктувим, в Писаниях, а именно конкретно в Пятикнижии Торы. Единственный праздник, которому сказано три раза радоваться. Три раза сказано слово «весамахта» и «самех» – «будешь радоваться». Да, по поводу Пейсаха не сказано ни разу, по поводу Шавуота сказано один раз, по поводу Суккота сказано трижды. Но при этом этот праздник, который вообще распространяется на 8 дней, включая Симхас Тора, а у нас вообще и того больше, потому что мы в диаспоре, да, он не делает весь этот месяц праздничным. Более того, Пурим, который выпадает в месяц Адар, это самый короткий праздник. Самый короткий праздник. Почему? Потому что даже если мы будем говорить, что Ханука часто выпадает во время, когда день самый укорачивается, да, то есть в декабре месяце, но Ханука, after all, длится 8 дней. Пурим длится один день, в Иерусалиме 2 дня, на самом деле тоже один день, первый день не супер праздничный, и день еще короткий, правда, в этом году у нас Пасхальный год переводит даже часы, но все равно это самый короткий праздник, который у нас есть. И при этом весь месяц делается праздничным.
Откуда вообще Талмуд берет, что весь месяц нужно радоваться? Откуда он говорит, что весь месяц – это месяц радости? Никакой другой месяц, а именно месяц Адар. У этого есть упоминание, у этого есть упоминание в самом свитке Эстер. Посмотрите третий отрывок. Каямим ашернаху баим аюдим, моевем веходыш ашернапах лахем миягон лисимха, мевер лиом то, лаасоту там ямим миште, висимха мишлох манот, ишраэу матанот левьюним. Да? Написано здесь в одном предложении практически все заповеди праздника Пурим, о котором более подробно поговорим на следующей неделе уже перед праздником Пурим, и как в эти дни, да, в которые отдыхали евреи от своих врагов, и весь месяц перевернулся им из гонений в радость, из скорби в праздник, и эти дни делали днями пира, радости и подарки друг другу и подаяния бедным. Что здесь говорится? Говорится, что целый месяц мы радуемся, но... Откуда? У этого есть абсолютно четкий посыл даже в законодательстве. Да? Мы говорим, что этот месяц настолько важный, весь месяц Адар, что у нас есть конкретная рекомендация, которая приводится точно так же в Талмуде Таанит. Посмотрите сразу четвертый отрывок. Амар Рафпапа, говорит Рафпапа, «Илках бар Исраэль да ит лейдина беады нохри лиштамет миней беав дарей мазалей, велим цинавши беадав дарей мазалей». Говорит Рафпапа, закон, если у сына еврейского народа есть тяжба с неевреем, он должен всеми усилиями избегать судебной тяжбы с неевреем в месяц Ав, и двигать его как можно ближе, а желательно прямо на месяц Адар, потому что это самый благоприятный месяц. Не говорится праздник Пурим, не говорится потому что это Пурим, а говорится просто весь месяц он радостный. Но нигде, даже в этом предложении, которое мы учим из Мегила Сестер, не говорится потому что праздник Пурим выпал на этот месяц, поэтому он самый веселый. Мы не видим нигде высказывания наших мудрецов, не в свитке Эстер, то, что праздник Пурим определяет то, что это веселый месяц. И это было бы нелогично сказать, чего вдруг один день решает, что весь месяц веселый. Более того, если мы говорим, что это из-за праздника Пурим, то действительно праздник Пурим, полнолуние, должна быть кульминация веселья. Но мы знаем, что в этой радости нужно увеличивать и после праздника Пурим. Соответственно, это никак не связано именно с праздником Пурим. А есть что-то особенное в этом месяце, что делает этот целый месяц веселый, а не только праздник Пурим и не из-за праздника Пурим. Просто чтобы еще доказать, что идет речь не конкретно о празднике Пурим. Хорошо, можно было сказать, этот месяц веселый, нужно увеличить в радости, но особенно радоваться 14 и 15 числа. Почему 14 и 15 числа? Потому что 14 Пурим у нас с вами провинциалов, и 15 числа Пурим это в столичных городах. Просто напомню немножко закон, что Пурим длится один день в обычных городах, которые не были обнесены стеной, он длится один день 14 числа. В городах, которые были обнесены городской стеной в момент, когда Йошуа бен Нун вошел в землю Израиля, начал захват земли, или освобождение земли Израиля, скорее захват земли Израиля, эти города, в них празднуют Пурим на второй день, они считаются столичными, ну, это образно говоря, столичными крупными городами. И это то же самое было в Персии, когда в событии Пурима евреям, которые находились в Шушане, в столице Персидской империи, было разрешено резать своих врагов еще один день, а потом еще радоваться этому грабить и радоваться этому дополнительно. Поэтому сегодня такой Пурим, второй день Пурима, празднуется только в Иерусалиме. Потому что только по поводу Иерусалима мы это знаем. Теперь Иерусалим, есть одно из мнений, что это празднуется только внутри стен старого города, но даже стены, но это нелогично, потому что даже стены старого города сегодня, это в основном стены, которые были построены в 15-16 веках, и Иерусалим сегодня разросся, считается, что там, где есть Рецет Батим,
беспрерывность, то есть беспрерывность домов, то есть когда ты из одного дома можешь увидеть другой дом, это значит, что это все еще городская черта. Теперь Иерусалим растет очень сильно, и раньше когда-то, когда такой город, отдельный город, как, допустим, Мевасерет Цион, который находится при выезде из Иерусалима, там минут 10 езды от Иерусалима, раньше было, сегодня можно спокойно уже видеть дома и так далее. Вопрос, присоединяется Мевасерет или нет, но самое прикольное, это тогда, когда Пурим, обычно наш с вами Пурим, выпадает в пятницу. Пурим никогда не выпадает в шаббат. Нет, такого не бывает. Только Шушан Пурим, только столичный Пурим. Тогда получается, что Пурим обычно выпадает в шаббат, а Шушан Пурим выпадает, обычный Пурим выпадает в пятницу, а Шушан Пурим выпадает в воскресенье. Воскресенье. А в шаббат это промежуточный Пурим, как что? Называется Пурим Мишулаш. Пурим, который празднуется 3 дня. Серьезно, это действительно, я неоднократно это не кушать, Дима, это пить. Я за печень. Ты за печень взялся, а я не обращу внимания. Да, я сам праздновал такой Пурим, когда обычно Пурим отмечался в Сфате до утра, сели на первый автобус в пятницу, поехали в Иерусалим. Там. Нет, в Сфате обычно, в Твери. Нет, в Сфате нет. Нет. И в Твери есть мнение, что в Твери нужно отвечать Шушан Пурим, в Сфате нет. И поехали, там, в 10 утра приехали в Иерусалим, пришли в себя, и потом в шаббат опять бухать, и в воскресенье опять отмечать Пурим уже иерусалимский. Ну, это прикольно, особенно когда Пурим переходит, плавно переходит в шаббат, там особо есть специальный закон очень интересный, но нигде не говорится, что особо веселые дни – это дни Пурима. Более того, есть потрясающий закон, который говорит, показывает о том, что весь месяц он особенный. Посмотрите, то, что написано, просто-напросто написано в Шулхан Арухе. Посмотрите, 5-й отрывок, на 2-й странице. Амапрес Баям Вайоцеб Ишайра, да, человек, который выплывает в дальнее плавание или уходит с караваном. Вайнамуце Мегилалу Лихимо, и нету у него свитка Эстер взять с собой. И Краена Бешелша Аса Обешнемаса может читать день до того и даже 2 дня до того, 13 и 12 Адара. Обе Хадаса Бело Браха, или 11 числа, без того, чтобы благословить. Вем Ившар Лаамтид Адами Малалу, а если он не может ждать аж до 11 числа, то есть ему нужно уйти в это путешествие раньше, у него нету свитка взять с собой. Ешамрим Шикуре Афилу Митхилата Ходыш. Есть такие, которые говорят, что можно начинать читать свиток Эстер еще с первого дня месяца. Ага, говорит Рамора Мойша Исерлеш. Напомню немножко историю Шулхан Арух. Шулхан Арух — это основной свод законов, который был написан Раби Йосеф Каро, который был составлен на основе его комментария Бейт Йосеф на книгу Тур. Первое, так сказать, структуризированное законодательство в том структуре, которую мы знаем сегодня. Есть легенда, которая говорит, что Раби Йосеф Каро, который был сефарским раввином, который жил в Цфате, что в то же самое время в Польше, если не ошибаюсь, в Кракове, был другой раввин, Моше Исерлеш, который в то же самое время написал такую же книгу. Если Шулхан Арух переводит, означает «накрытый стол», то Рамой Жесельш написал книгу, которая называется «Мапа Пруса», «Накрытая скатерть», «Развернутая скатерть». И они написали практически одно в одно одинаковую книгу. Только так получилось, что Шулхан Арух Йосеф Каро был издан раньше. И когда это издательство дошло до Рамой Жесельша, который был... Тогда его книга была еще в рукописи, а написали по легенде, они написали ее вообще одновременно, в одно и то же время. Он, говорят, что он сжег свои рукописи, но чтобы ни в коем случае не создавать противоречия между двумя школами, между двумя раввинами, чтобы люди не начинали говорить, а это правильно, не то правильно. Но, как известно, как сказано, рукописи не горят, и то, что, так как можно сказать, что было ашкеназским евреем, и то, что в ашкеназской традиции расходится с сефарской традицией, а Раби Йосеф Каро был сефарским евреем, то в самом тексте Шулхан Аруха, в формате, оно прямо в тексте Шулхан Аруха, добавляется под названием Гага. Гага – это примечание. Да, то есть оно как бы входит в Шулхан Арух, но то, что Гага, относится к ашкеназским евреям. Так вот, здесь добавляют, можно если лишь Гага. Веахи наук, и так и ведут, то есть начинают читать Мегила Сестер с первого дня месяца Адара. В Миу им не сдамену Ахарках Мегила, Хузеру Каравута Бьем Юдалит, Афилу Карабит Хилат Йом Юдгиму, Меком Каравута Шело Безмана. Да? А если потом где-то ему случится свиток Эстер 13 или 14 числа, то он читает ее еще раз,
Но традиция можно начинать с первого дня месяца Адар. Теперь у меня такой, давайте немножко усилим наш вопрос. Причем здесь весь месяц Адар к свитку Эстер? Если, представьте себе, праздник Суккот, что мы делаем? Что мы делаем в праздник Суккот? Сидим в суке и благословим Арпаминю. Если я скажу, о, мне так далеко нужно ехать, не знаю, будет у меня там сука или нет, давай-ка я себе поставлю суку на Рош ха-Шана, и Рош ха-Шана буду праздновать праздник Суккот. А на Йом-Кипур возьму себе Арпаминю, потому что я не знаю, где я окажусь в это время. Абсурд, так? Почему вдруг нам говорят, что то, что связано именно с 14 числа месяца Адар, с праздником Пурим, заповедь читать именно в праздник Пурим, мы говорим, что можно читать с первого дня месяца. Вопрос понятен? То есть мы видим, что весь этот месяц, он имеет особое значение. Одно из объяснений дает нам практически сразу величайший Раши, который... в своем комментарии на Талмуд. Посмотрите, как он комментирует вот именно этот отрывок, где и приводятся слова с момента, когда входит месяц Адар, но увеличивают в радости. Посмотрите, шестой отрывок. Мешених на Садар, когда начинается месяц Адар. Емей Нисим, Аюла Исраэль, Пурим, Вепеса. Говорит очень странную вещь. Он говорит, почему с момента месяца Адар начинают радоваться? Потому что дни чудес были у евреев, дни Пурима и Песаха. Какая связь? Какая связь у Раши? Как Раши комментирует? Мы логично предположить, месяц Адар, потому что был праздник Пурим, мы радуемся. Он нам своим комментарием только усложняет ситуацию. Он говорит, потому что есть Пурим, поставь здесь точку. Тогда это объясняет, что Пурим такой важный день. Мы бы сейчас развили целую кабалу там с полнолунием, как луна уменьшается, увеличивается, как она концентрируется. Он говорит, потому что есть Пурим и Пейса. Какое отношение Пейса имеет к месяцу Адар? Вопрос понятен? То есть Раши, который по идее нам это объясняет, он только все еще больше запутывает. То есть, но то, что мы видим у Раши, что он не говорит, что это связано именно с Пуримом, а это связано с чудесами Пурима и Пейса. Да? Но на самом-то деле, откуда, что такое, как называется месяц, праздник Пурим? Откуда взялось это название? А? Пур. Что такое Пур? Жребий. Да? Пур это жребий, который, как посмотрите в седьмом отрывке, написано. Алькен кару леамим хаэле Пурим, альшем хапур. Алькен, альколь диврея геретазот, марау алькаха ума и геалем. И поэтому назвали эти дни днями Пурима за тот пур, жребий. И поэтому все слова, которые, все письма, которые писались, они записаны в этом свитке. И все, что случилось с ними, с еврейским народом. О каком пуре идет речь? О каком жребии идет речь? Возьмите листики за одной Марии. Да, о каком жребии идет речь? Секундочку, теперь этот жребий, а какое этот жребий имеет отношение к Пуриму? Если мы пытаемся, и так как Раши говорит, что этот праздник Пурим, он потому что были чудеса в Пурим и в Пейсах, то есть то, что мы радуемся весь месяц Адар, он связан с праздником Пуримом, а сама Мегила говорит, что он связан не с праздником, праздник называется Пуримом. Почему? Потому что кидали жребий. То есть, то, что этот месяц является праздничным, не связан с праздником, а связан с чем? Связан с жребием. И поэтому, давайте теперь вернемся к самому жребию. В самом начале свитка Эстер, посмотрите, возьму отрывок. Вебеходыш аришон, уходыш нисан, бишнат штеймас лемелех хашвирош, и пиль пур у агураль лифней аман, ми йом ле йом, ми ходыш ле ходыш, нейм асар у ходыш адар. Так? И в первый месяц, а мы знаем, первый месяц истории называется месяцем Нисан, в 12-й год царствования Хашвироша, Аман идет, кидал жребий. И он, жребий он и судьба, да? Он и лотерея. Перед Аманом кидали этот жребий каждый день, из месяца в месяц, пока не пришли к 12-му месяцу.
То есть тут получается, если сейчас так мы объясняем, мы полностью переворачиваем причинно-следственную связь. Месяц Адар называется веселым месяцем, мы должны увеличивать в радости, весь месяц праздничный. Не потому, что был Пурим. А почему? А Пурим, потому что Аман кидал Пур. И получается, что месяц радости, он не связан никак с Пуримом, а связан с жребием Амана. Понятно? Теперь, какое отношение жребия Амана имеет к нашей радости? Получилась совершенно другая вещь. Жребий Амана привел к тому, что он бы решил вот этот месяц, когда жребий выпал правильно, и он говорит, в этот он там типа гадал, там, я не знаю, на костях, картах Таро, на кофейной гуще, неважно, я не знаю, что имеется в виду жребий в данном случае. Он привел к тому, что выпускается постановление, что евреи будут уничтожены в Персидской империи. А мы говорим, что получается, в нашей логике, весь этот месяц является месяцем радости, когда мы увеличиваем в радости, потому что, не потому что был Пурим, а потому что первопричина – Аман кидал жребий. Так не уничтожили же, поэтому и радость. Подожди, но тот момент мы еще не знали. Я люблю, когда приходят позже и начинают задавать вопросы. В седьмом предложении, когда мы говорим, что мы называем праздник Пурим, потому что кидали жребий. Да? И кидал жребий он именно в этот месяц, в этот, не назван не именно в праздник Пурим, а в этот месяц выпал правильный жребий. Соответственно, этот месяц является радостным, как потом, как мы говорили в самом начале, потому что Аман кидал жребий. Ясно? Но что же такое, почему Аман решил, что это подходящий месяц? Вы наверняка все знаете этот комментарий, но давайте прочтем его первоисточники. Посмотрите 9 отрывок. Эпиль-Пур рассказывается, объясняет свиток Эстера. В свитке Эстера есть, мне нравится ваша решительность. В Геморе Мегила, в Талмуде Мегила есть длинный-длинный отрывок, где просто по предложению объясняется весь свиток Эстера, и на этом построено большинство комментариев. Да, так вот, в Талмуде Мегила объясняется это предложение, предложение из третьего перека по поводу жребия. И пильпур у агура, кидал жребий, он же и лотерея. Тана киван шинапаль пур бехода шадар, так как он увидел, что у него выпал жребий на месяц Адар, что-то у него был там какой-то знак. И это получилось месяц Адар. Самах симхат дула, радовался Аман великой радостью. Амар напалли пур беарех шемет бо Моше. Да, выпал мне жребий в тот месяц, в который умер Моше. Да, вело я юдеш, бешеваба беадар мет, бешеваба адар нолад. Но не знал он, что он родился 7-го Адара и умер 7-го Адара. То есть, давайте подведем итог. Почему Аман решает, что в месяц Адар должны быть уничтожены евреи? У него и жребий выпал, и вроде понятно, месяц нехороший. Почему он считает, что месяц нехороший? Потому что умер Муше. Говорит Талмуд, что он просто не знал, что в этот день Муше тоже родился. Теперь, секундочку. Получается, что месяц Адар веселый. Радость месяца Адар, которую мы должны увеличивать каждый день, и кульминация этого в Пурим, вообще весь праздник Пурим, никакого отношения к Пуриму не имеет. А к чему он имеет отношение? К тому, что Моше Рабейну родился в этот день. Теперь мы можем сказать, что в еврейской традиции день рождения не празднуется, но как хасиды пришли в этот мир, мы начали праздновать день рождения, хотя мы знаем, что написано, что лучше мне день, говорит царь Давид, если не ошибаюсь, о том, что лучше для меня день смерти, чем день моего рождения. Но к этому мы относимся так, что если лучше бы не рождаться в этот мир, потому что в этом мире человек приходит в изгнание. Но если уже родился, то это нужно праздновать. Получается, что вся особенность этого месяца, месяца Адар, не связана с Мордехаем и Эстер, не связана с чудесами Пурима, а связана с тем, что в этот месяц родился Моше Рабейну. Тогда мы можем объяснить комментарий Раши. Потому что что говорит Раши? Раши говорит, что в Адар мы увеличиваем в радости не потому, что произошло чудо Пурима. Он говорит, а нет, потому что были чудеса Пурима и Пейсаха. А почему были чудеса Пейсаха? Если бы не родился Моше Рабейну, не было чудес Пейсаха. Соответственно, Моше Рабейну является причиной и того, и другого. И именно день рождения Моше Рабейну – это идея праведника,
оно определяет судьбу еврейского народа, определяет нашу судьбу, вне зависимости, находится этот праведник в этом мире или нет. Во-первых, сам тот факт, что Моше Рабейну родился и умер в один и тот же день, там есть огромное количество объяснений, что имеется в виду, что он не умирает, а что он просто заканчивает свою миссию и уходит просто из этого мира, а душа праведника, находясь в рамках этого мира, она лимитирована. И когда она освобождается из этой рамок этого мира, она больше влияет на, это, на этот мир. Но главное, что мы видим, что Моше Рабейну, который является не просто прототипом, а как таковым единоличным лидером еврейского народа, он продолжает заботиться о еврейском народе и даже во времена Пурима. И тогда можно объяснить одну очень непонятную фразу в свитке Эстер. Посмотрите 10 отрывок. «Векибеля иудим, это шерехелу лаасот». Давайте попробуем объяснить первую часть этой фразы. И приняли евреи то, что уже начали выполнять. Что имеется в виду? Как объяснить? Приняли евреи то, что начали выполнять. Радость? Выполнять что? Как можно выполнять радость? Это мы сейчас еще поговорим. Эта фраза действительно, ей есть огромное количество объяснений в еврейской мистике точно так же. Идет речь о том, объясняет это огромное количество комментариев, что окончание дарования Торы, получение Торы, произошло именно в праздник Пурим. Не праздник Шавуот, когда мы получили Тору на горе Синай. Это было только начало. Окончание получилось только в праздник Пурим. И вот тогда, когда прошел праздник Пурим, тогда мы начали по-настоящему выполнять. Объяснение основное – это то, что было у евреев такая самопожертвенность в Пурим. И они поняли, что выполнение заповедей – это не что-то механическое, а что-то, что ты должен делать вообще полностью своим нутром, что только теперь они окончательно получили Тору и теперь начали выполнять. Но тогда мы можем, но сейчас завести нашим объяснением, что идея месяца Адар, что он, мы увеличиваем радость, не связана с Пуримом. Не связано с какими заповедями, а связано только с тем, что в этот день родился Моше Рабейну. Эту фразу можно объяснить еще красивше, извините, за такой порой. Почему? Потому что Моше Рабейну продолжал быть нашей связью со Всевышним, пока мы окончательно не получили Тору. Только тогда, когда мы повели себя в праздник Пурим, пошли на самопожертвование и готовы были пойти на смерть, в особенности еврейские дети, только для того, чтобы не... Они понимают, что такое эти, можно что-то изменить. Тут Моше Рабейну говорит, я свою работу сделал. Евреи закончили получать Тору. Вот теперь можно уже ее выполнять и начинать все драить на Пейсах. А? То есть мы видим, что есть непосредственная связь с Моше Рабейну до момента Пурима и в сам момент Пурима причина его, потому что не просто так этот жребий выпадает именно на месяц Адар, а для того, чтобы мы поняли, что вот сейчас месяц Адар с помощью этой радости, которая привела к Пуриму, мы заканчиваем получать Тору. Но на самом деле... Логику этого объяснения, кроме того, что я красиво, может быть, рассказываю, можно понять в самой Мишне. Ведь в Мишне Тора, Талмуд нигде в законе не говорится, что в месяц Адар нужно радоваться. Я просто объясню, что Мишна – это запись как такового законодательства. Гмара, которая вместе с Мишной составляет Талмуд, это объяснение этого законодательства. То, что в месяц Адар, когда начинается месяц Адар, мы должны увеличивать радости, написано в Геморе. Почему мы говорим? Потому что, как мы с вами уже сказали, точно так же, как мы радуемся, точно так же, как мы грустим, когда начинается месяц Ав, мы должны радоваться, когда начинается месяц Адар. Но давайте посмотрим, что говорит Мишна, почему мы грустим месяц Ав? И что такое 9 Ава? Почему мы тогда грустим месяц Ав, а не грустим, допустим, в месяц Адар, когда у нас есть пост-тестер? Да? Посмотрите, что говорит Мишна, 11 отрывок. В одном случае пронесло, в другом не пронесло. Ничего себе пронесло. Бетиша беав нигзар алявутейну шилой канцуларец, вихара бейта решон, вебайта вешини, венилкида бейтар венирхиша аир, венирхиша нас ав мимацим бесимха. Мишна не говорит сразу, что когда начинается месяц ав, мы уменьшаем в радости. А что говорит? 9 ава произошло 5 вещей. Наши праотцы получили постановление, что не войдут в землю Израиля.
был разрушен первый храм, был разрушен второй храм, был захвачен Бейтар, и все там были вырезаны, и было перепахано поле, перепахано как поле храмовая гора. И поэтому, когда начинается месяц Ав, мы уменьшаем в радости. Что здесь говорится? Нет. Здесь говорится следующая вещь. Посмотрите, какая первая вещь называется в месяце Ав. Почему уменьшаем в радости? А почему мы не вошли? Потому что пришли разведчики и сказали, мы не можем туда войти. И говорит Всевышний, сегодня вы плачете без причины, будет у вас этот день. Плачем во все поколения. И этот был день, 9 Ава. Поэтому Мишна говорит, нужно смотреть первопричину. 9 Ава это не просто день, когда не пронесло. 9 Ава является основой всех трагедий, которые когда-либо произошли в еврейском народе. Как по сегодняшней нашей трагедии связаны с тем, что разрушен храм. А разрушен храм в этот день был потому, что наши праотцы не вошли в землю Израиля. Они вошли в землю потому, что пришли разведчики. И это все 9 Ава. Мы видим, что 9 Ава влияет на весь месяц. Точно так же мы по той же самой логике мы смотрим, а какая первопричина месяца праздника Пурим? Первопричина праздника Пурим, это не потому, что евреи там заканчивают, были... самоотверженности. Нет. Потому что Пурим, сама Мегила говорит, называется Пуримом, потому что кидали жребий. Потому что был Пур. А почему кидали Пур? Потому что Аман хотел уничтожить евреев. А когда у него выпал Пур? В месяц Адар. И он решил, это правильно. Почему? Потому что в этот день умер Моше Рабейну. Но все это перевернулось. Почему? Потому что в этот день он тоже родился. Поэтому причиной, почему мы увеличиваем разности, в радости в месяц Адар, это только потому, что мы празднуем целый месяц день рождения Моше Рабейну. И тогда у нас будет и Пурим, и Пейса, и все остальное. Если мы будем по-настоящему праздновать день рождения Моше Рабейну, оно уже прошло. Кстати, небольшая тривия деталь. Есть организация, называется Хевра Кадиша. Хевра Кадиша – это организация, которая занимается, ну в Израиле это официальная организация, которая занимается всеми похоронами здесь. Это организация, которая занимается всей ритуальной подготовкой к похоронам, не дай бог. То, что называется Таара, там мое тело опускают в микву, специально оборачивают саван. Это волонтерская организация. Есть традиция, что все, кто участвует в этой организации, постятся 7-го Адара. Постятся в день рождения Моше Рабейну. А? То есть мы видим, что у 7-го Адара есть и такая коннотация точно так же. Но во второй части, после того, как чисто с точки зрения понимания мы определили, почему месяц Адар он радостно не связан с Пуримом, а Пурим это является только последствия дня рождения Моше Рабейну. У меня к вам другой вопрос. А есть ли у нас заповедь быть в радости? А чё нет? Анечка, дорогая, иудаизм это точная наука. Такой глубокий научный подход, а чё нет? Он не работает. Нет, меня устраивает, конечно, но... Если у нас заповедь быть в радости, если у нас мицва быть в радости? Просто на Шаббат должны... Нет, есть заповедь отмечания праздника Суккот. То есть радость, можно сказать, что это способ выполнения... Да, но что такое симха? Это радоваться, да? Я думаю, что все, я ожидал, что мне скажут немножко другое, все знают песенку и крылатую фразу «Митсва гидойла льет бисимха», да, «Великая заповедь быть в радости». Так вот такой заповеди нет. Нету заповеди быть в радости. Во-первых, вы можете абсолютно логично сказать, одно, это не только по поводу заповеди быть в радости, учитывая, что ее нету, но есть такие заповеди, там, как «любить Всевышнего», да, да. Как можно заповедовать любить? Что мы говорим? Это какой-то эмоциональный позыв. Ты не можешь просто вдруг начать радоваться. А? Ты, у тебя должно быть какое-то что-то на тебя должно повлиять. Что-то. Ты не можешь сказать, что сама по себе радость, находиться в радости, это и есть заповедь. За радость это может быть что-то, с помощью чего ты выполняешь заповедь. Да? Как, например, праздник Суккот. Мы должны радоваться. Нужно понять, что значит радоваться, но... То, что мы говорим, митцва гдойла льет бисимха, на всех бамперах, стикерах в Израиле песенки и дети поют и так далее, это не больше, не меньше, как просто цитата из слов Рабби Нахмана из Бреслова в 19 веке. До этого никто такого не говорил. Такой заповеди быть в радости нету. Посмотрите, что написано Ликутей Маран. Это основная книжка Маран, это сокращенно Морейну Рабби Нахман из Бреслова. Рабби Нахман, основная его книжка хасидизма, называется вообще...
да просто два слова, Рабинахман из Бреслова, жил конец 19-го, конец 18-го, начало 19 веков, был учеником Магида из Мезерича, соратником Алтаребе, основателя движения Хаббат, точно так же, умер в очень раннем возрасте, был очень болезненным человеком, умер от чахотки или туберкулеза, что-то еще не помню, но при этом он создал движение, которое без того, что был когда-либо у них новый Ребе, оно по сегодняшний день одно из самых активных и многочисленных движений. Основная его книжка «Ликутей Маран», кто ходит на уроки Тани, мы это обсуждали, что есть такое, ну это не официально, но такая градация, что есть в хасидизме книга праведников, книга средних и книга грешников. Книга средних, все знают, что такое, это книга Тани, которую мы учим, книга праведников, называется книга «Ноам Элимелех», написана Раби Элимелехом Злижанским, мудрецом того же времени, один из величайших хасидских мудрецов, а книга грешников называется книга Раби Нахмана из Бреслова «Ликутей Маара». Так вот, посмотрите, что пишет Раби Нахман из Бреслова в одном из известнейших своих высказаний. «Мицва гдола льет басимха» – «Великая заповедь – быть в радости». Да? Именно отсюда идет эта фраза. Не из Торы, не из Танаха, не из Талмуда. Она написана аж в начале 19 века Раби Нахмана из Бреслова. «Тамид, льет басимха тамид» – «Всегда быть в радости», он подчеркивает. «Литгавелла архика отсвутва амара шхура беколь хохо» – «Отталкиваться, пересиливать и удалять грусть и депрессию всей своей силы». «Беколя холаота баим аля адам, кулам баим рак мекилькуля симха». И все несчастья, которые приходят человеку, приходят только тогда, когда портят нам радость, портят нам настроение. Он говорит абсолютно потрясающую вещь, которая сегодня для нас более очевидна, что радость – это основа успеха, а все, что не в радости, это основа, как это сказать? Неудачи. Неудачи. Да? Нет. Он говорит, не основа депрессии. Депрессия точно так же является причиной неудачи. Он говорит... Мы сразу в прошлый раз говорили о том, что да, все угу. Построено и красиво. Мы говорили, приводили цитату из Рамбама, который говорит, если у тебя плохое настроение, посмотри на что-нибудь красивое. Говорит Раби Нахман из Бреслова, что постоянно человек должен находиться в радости. Он говорит о том, неоднократно, помимо того, что если ты не можешь находиться, радоваться чему-то, то ты должен там упасть, кувыркаться в пыли, биться головой об стенку, квакать, хрюкать, но обязательно должен сам себя развеселить. То есть Раби Нахман подчеркивает о том, что такой заповеди быть в радости нет. Но это то состояние, в котором ты должен находиться для того, чтобы выполнять радости. Выполнять заповеди. Без этого никому нафиг твои заповеди не нужны. Заповеди, которые выполняются с серьезным выражением лица, через себя, натуги. Я не буду сейчас проблемы, мы здесь собирались на какой-то фарбрейген, я не помню уже точно в какой раз, это был один человек, который очень талантливый человек, на который вещал к строгости к себе и в серьезном отношении. И вот я такой, он на меня наезжал, что такой несерьезный, и я все привожу в шутку, а он говорит о серьезных вещах. Это не иудаизм. Делать что-то, потому что ты очень серьезный человек, и надувать щечки, это к иудаизму не имеет никакого отношения. Именно то, что говорит Раби Нахман из Бреслова, главное находиться в радости. Заповеди, которые выполняются, потому что тебе хреново, это идолопоклонство. Ты их выполняешь, когда человек, когда мне плохо, я приду помолюсь. Это кому ты молишься? Ты молишься себе. Ты делаешь, потому что тебе это, ну, ты молишься не Богу, ты молишься себе, потому что тебе... А если... То, что говорит Раби Нахман, не потому что плохо, а причина, основа того, что мы выполняем заповедь, она должна быть в радости. Но много столетий до Раби Нахмана Рамбам идет еще гораздо дальше, мы до него еще немножко найдем. Но Алтер Ребе, с присущей себе своей глубиной, в то же самое время в книге Таня еще глубже говорит о том, насколько важна радость. Приводит очень странное здесь объяснение из мира спорта, если так можно сказать. У меня есть перевод на английский, посмотрите, 13 отрывок. Это 26 глава, самое начало 26 главы. Брамки гонду царих лодей клаль гадоль. И в соответствии, и на самом деле, в соответствии с тем, что было сказано, нужно сказать о важнейшем правиле в иудаизме. Точно так же, как победа в материальном мире, победить какое-то материальное препятствие. Как два человека, которые борются друг с другом. Для того, чтобы победить друг друга. Как можно победить в борьбе, или в футбольном матче, или неважно,
неважно, в любом спорте. Ины мейхат убят слут выхведут, если кто-то ленится и тяжел на подъем, енуцат бекаль с легкостью будет побежден в Иполь гам имгу гибор йотер мехаверо. И будет побежден и свержен, даже если он более сильный, чем его оппонент. Да? То есть, Алтаребе, не то, что он занимался спортом, хотя говорят, Алтаребе был безумной физической силой человек, но известно, что он был очень крупный. Но говорится, что он был просто действительно, там, всякие легенды какой-то, его физической силы, но он говорит простую вещь. Если он постоянно приводит, это его, как бы, форте, это его основной пример противостояния двух городов, двух сторон. Он говорит, только та команда, которая прикладывает усилия, которая старается, которая все время сконцентрирована, которая верит в победу, она победит, как Манчестер и Пари Сен-Жермен. Вчера или позавчера это было, да? Вчера когда-нибудь победили? Вчера, да? Вчера. Казалось бы, там, пацаны с мороженым, но воля в победе. Это то, о чем здесь говорит Алтаребе в начале 19 века. Он говорит о том, что то, даже если другая команда сильнее, очевидно сильнее, но только тогда, когда даже если ты слабее, ты прикладываешь к этому усилия, и ты не ленишься, и ты делаешь все с радостью и энтузиазмом, только тогда ты победишь. Как мамаш бенецахон наеца, точно так же победит свое злое начало. Ившан и нацхопы отсут выхведут. Невозможно его победить с ленью и тяжестью. Аним шахот мы отсвут в тимтума леп, которые происходят только из грусти и закрытости сердца. Когда человек борется со своим животным началом и страдает от того, что он учит Тору, выполняет заповеди, ходит в синагогу, он уже проиграл. Когда ты говоришь, я иногда вижу люди, которые так корчатся во время молитвы, и прямо вот слезы на глазах, и у них, я думаю, а чё им так плохо, блин? Чего плохо? Если так плохо, чего молиться? Так это то, что говорит Алтаребе, такой подход, когда тебе грустно, когда ты делаешь заповеди из депрессии, ты 100% проиграешь своему животному началу. Ким безрезут им шахот масимха вептихат алев. А возможно победить его только с энтузиазмом, который происходит из радости и открытости нашего сердца. Витаратом и коль не днут выдагавается в алам. И только тогда, когда ты очищаешь свое сердце от каких-либо сомнений и грусти, которые есть в этом мире. Алтаребе идет еще глубже, чем Раби Нахман. Он не просто говорит, что это большая заповедь, которая важна для выполнения всего. Он говорит, что все в нашей жизни связано только с тем, ты делаешь это из радости или ты делаешь это из грусти. Если ты делаешь это из грусти, ты проиграл. Если ты делаешь это из радости, то вперед. Но вопрос тогда в другом. А как можно заставить радоваться? Ну, есть, конечно, допинг. Я понимаю. Все можно... Да, я только хотела сказать, так теперь это бутылку вешаешь, чтобы... Это вариант, да? Я уже рассказывал наверняка историю об одном великом хасиде, который не так давно ушел из этого мира, жил, был в России, жил здесь, Крунайт, звали его Раби Мейр. Я 100% уже рассказывал, который был ужасным алкоголиком вообще. Ну вот, реально там. О нем ходят истории, что... Когда ему там было лет 80 с чем, он умер в 106 или там, 104 года, да. Но когда ему было там 80 с чем-то лет, они с женой пришли к врачу, и врач смотрел, говорит, вы знаете, у вас жидкость в легких. Он просто жене говорит, дорогая, я же тебе говорил, эти 4% меня до добра не доведут. Потому что никогда водку не пил, он пил только чистый спирт. Да, так, о нем есть история, она в разных интерпретациях, я ее слышал, что он перед Йом-Кипуром на Сюдас Мавсек, напился просто драбадан. Просто пьяный, пришел в 770, стоит, держится еле-еле за бину, тут крупный пот на лбу, проходит Рэбе и говорит, Рэбмейр, перед Йом-Кипуром так напиваются? Он с трудом поднял глаза на Рэбе и говорит, пьяных не судят. Может быть, это вариант. On the record. All the record, да? Но теперь, откуда вдруг Алтаребе и Раби Нахман из Бреслава говорят, берут то, что отсутствие радости в служении – это причина всех наших страданий. Вообще, все, что бы человек ни делал, он должен делать в радости.
В самом деле приводится это уже в конце Торы, в 96 проклятиях, которые Моше Рабейну перечисляет еврейскому народу перед своей смертью. Мы читаем эту главу всегда в канун за неделю или за две до Рош ха-Шана, где перечисляется 96 проклятий. Есть такие же 48 проклятий, которые говорит Всевышний напрямую. Мы читаем его всегда в канун или за неделю или за две праздника Шавуот. Вот итоговое, образно говоря, проклятие, не проклятие, а предупреждение. Почему нам будут эти страшные проклятия, где мы там будем пожирать своих детей, бояться каждого шороха, они будут у нас врагов, а мы будем от них бежать. Посмотрите 14 отрывок. Тахат ашер лоавата эт ашем элокеха басимха бетуб левав меров коль. Он говорит, все это тебе будет за то, что ты не служил Всевышнему Богу твоему в радости и в добром сердцем из-за всего хорошего, что у тебя уже было. То есть твое сердце, оно очерствело. Говорит Алтер Ребе, для того, чтобы по-настоящему победить, у тебя должно быть открытое сердце, и ты должен находиться в радости. И обратите внимание, сама Тора нам говорит о том, что все проблемы в нашей жизни, это из-за отсутствия радости. Рамбам, Маймонид, идет еще гораздо-гораздо дальше. Посмотрите 15 отрывок. Есть? Он вообще страшную вещь здесь говорит. Асимха Шисмаха дамбе сиата мицва вбаава кель шицва баген. Да, что он радость, которой человек должен радоваться в заповеди, выполнении заповеди и в любви ко Всевышнему, который нам их заповедовал. А вода глай это великое служение. Веколь амун, теперь вот сейчас внимательно слушайте. Веколь амуне ацмома симха зо, рауйли и парамимену, шинемар таха дашалават, ашем элокеха басимха, метуплывам. Каждый человек, который себе отказывает в этой радости, и стоит от него вообще отказаться, вообще он не еврей. Нужно узнать, еврей он или нет, это и выгнать его из общины. Я не знаю, английском он переводит как retribution. Ли пара, это просто от него отдалиться. Почему? Потому что, говорит Рамбам, грусть, она заразна. Она заразна. Ну а Рамбам здесь идет еще дальше на основе того предложения, о котором мы говорим. Он говорит, что человек, который не служит, не выполняет заповедь в радости, не дай Бог, чтобы он твоим соседом был. Не дай Бог, чтобы вообще с ним рядом стоял. Это человек, который вообще от него, ну, его нужно изолировать от общества. Тогда мы вернемся к вопросу. А вопрос, о котором мы задали после, если мы говорим, с момента, что в какой-то дар нужно увеличивать в радости. Расскажите мне, как мы это делаем. Ну, мы сделали лыхаем. Да. Но мы его сделали 40 минут, почти час назад. А я говорю, пей. Нужно увеличить. Я, когда мы делали этот лыхаем, я сразу подчеркнул, что увеличивание в радости, увеличивание в радости каждый месяц дар, не значит, что сейчас мы сделали один, завтра мы делаем два, потому что это сложно. Потому что я вчера сделал уже два. Это значит, сегодня мне нужно сделать три, а позавчера я сделал гораздо больше, чем два. Как, кто же ему считает, как говорится? Соответственно, не об этом идет речь. Вопрос только тогда, как можно, если мы говорим, что за служение в Всевышнем в радости и вообще нахождение в этом состоянии полного такого радости, это основа всего. Мы проигрываем во всех наших баталиях, если мы не радуемся. Как можно заставить человека радоваться? Замечательно. Именно это и есть, абсолютно правильно, это и есть ключ. Потому что на самом деле в нашем простом сегодняшнем понимании, сегодня радоваться очень сложно. А, у нас все доступно. Сегодня есть все. Б, мы сегодня достаточно замкнуты на самих себе. Мы при всех social networks мы очень не социальны. В, из-за того, что у нас все есть, мы действительно не умеем говорить спасибо. И главный триггер к тому, чтобы радоваться, это в том, чтобы уметь говорить спасибо. Есть такое понятие в иудаизме, как карататов. Не просто говорить спасибо, а признание добра. Когда ты должен находить, почему, за что тебе говорить спасибо. Недостаточно, точно так же, как недостаточно извиниться перед Йом Кипуром и сказать, если я тебе что-то не сделал, то я тебя прощаю, я тебя тоже прощаю, не работает. Должна быть конкретика. Точно так же и спасибо, благодарность, внутренняя благодарность. Не от кого-то, не кому-то, а внутренняя благодарность должна быть причинна. Только тогда она будет являться триггером. И она у нас есть. С чего каждый день начинает свой день. Все,
все традиции, все общины. Я просто недавно присутствовал, пару месяцев назад, в Израиле, естественно, при разговоре людей из совершенно разных религиозных деноминаций. А Израиль — это безумно расслоенное общество, и каждый, и только там работает абсолютно четко высказывание, против кого девочки дружите, потому что сейчас, когда если кто-то следит за тем, что происходит перед выборами, то все против, никто не дружит за что-то. Все объединяются в какие-то группы против кого-то. Израиль — безумно расслоенное общество. Там были люди совершенно религиозных, абсолютно религиозные люди, абсолютно просто из разных абсолютно направлений. И начали там, ну, на иврите шел разговор, он говорит, не о чем говорить, там одна женщина говорит, нам не о чем говорить, потому что «эн махана мишутав», нету общего знаменателя, ну вот ничего общего между двумя группами. И я не участвовал в этом разговоре, просто там за ним наблюдал, просто в компании тоже был. И я не вылезал, я сказал, скажите, а то, что мы все в любом сидуре, который откроете, неважно, к какому направлению мы относимся, первая фраза — это что? Посмотрите 16 отрывок. Благодарю тебя, Царь живой и вечный, что вернул мне мою душу, и велика твоя вера в меня. Это говорят все евреи, которые хоть немножко знакомы с еврейской традицией. Это первая фраза, которую ребенок учит наизусть. Мы открываем глаза, мы делаем что? Мы говорим спасибо. Мы когда-то обсуждали нашу праматерь Лею, которая была в полной депрессухе, когда у нее родился один сын, второй сын, третий сын. Она всех называла абсолютно депрессивными именами: Рувен, Шимон, Леви, пока у нее не родился четвертый сын Иуда. И тут она нашла этот ключ к успеху, ключ к пониманию, зачем она в этом мире. Она его называет Иуда. Это первый раз, что в Торе упоминается слово «спасибо». И вот здесь у Леи жизнь начинается уже совершенно по-другому. Она понимает, зачем она здесь. Она, в моменты, что она говорит «спасибо», она начинает видеть вещи по-другому. И мы начинаем день с того, что мы говорим Всевышнему «спасибо» только за одну вещь. Просто за то, как правильно было сказать, то, что мы проснулись, что Он вернул нам нашу душу. И за то, что Он нам доверяет. Он в нас верит. Этого уже достаточно. Почему это является общим триггером? Потому что посмотрите 17 отрывок. Написано в книге Псалмов: «Еду ла ашем хаздов нефлоатав лебне адам». Кстати, я просто перекопировал перевод, потому что на иврите это совершенно неправильная фраза. Да, ну, на английском немножко сложно тут перевести ее. Если перевести эту правильную фразу дословно, то она звучит следующим образом. «Благодарите Всевышнего Его милости, да, милости Всевышнего, и чудеса, и все Его чудеса для сыновей человеческих». Тут первая половина фразы «Яду ла ашем хаздо», опять даже на русском сложно сказать, «Яду ла ашем хаздо» написано в единственном числе. Вторая фраза «Нифлоотав», «чудеса», написано во множественном числе. Почему милосердие Его в единственном числе, а чудеса во множественном? С точки зрения синтаксиса, ни один редактор эту фразу не пропустил царю Давиду в книгу Псалмов. Первая фраза – «Его милосердие» в единственном числе. Вторая половина фразы – «Его чудеса». Почему это в множественном таком, в единственном таком множестве? Чудес было много, когда выходили там из Египта. Так, ну не обязательно, да. Почему милосердие одно? Одно и бесконечно. Ну, это милосердие как состояние. Сфас Эмес, величайший тоже хасидский, да, гурский, один из основателей гурского хасидизма, но самый многочисленный сегодня, в своем комментарии дает потрясающий ворд. Прозвучало следующее объяснение. Он говорит, что начать нужно сказать спасибо хотя бы за что-то одно. Как только у тебя будет что-то одно за то, что ты сможешь, заставишь себя сказать спасибо, вот тогда все становится хорошо. Когда что-то одно для тебя становится понятно, что это хорошо, все остальное тоже станет понятно. Соответственно, триггер к тому, чтобы находиться в радости, это в том, чтобы научиться говорить спасибо. Но, как я уже сказал, что мы сегодня живем в очень несоциальном мире. И поэтому максимум, кому мы обычно говорим спасибо, это кто молодец? Официант. Я молодец. Мы максимум говорим спасибо себе. Тогда, получается, это не то спасибо, которое приходит нас в радость, это нас еще больше загоняет в депрессию, больше мы нарушаем коммуникацию со внешним миром. А что же нам тогда делать?
И на самом деле, для того, чтобы научиться, если говорить на основе вот этой фразы псалмов, говорить спасибо тому, вот, хотя бы одной вещи, чтобы пусть Всевышнему, пусть другому человеку, посмотрите, какую потрясающую вещь говорит Коэлет. Коэлет — это псевдоним царя Соломона. Это книга «Экклезиаст» на русском. Посмотрите 18 отрывок. Просто потрясающие слова. «Веш эвэль ашер неаса аля арец, ашер еш садиким, ашер маги алэм ки маасэр ишаим, веш ишаим ши маги алэм ки маасэр садиким, ва амарта ши гамзэ эхавэль». Есть суета, обычно это переводится слово как суета, это слово, которое чаще всего употребляется в книге Коэлет, которая творится на земле, чита тут переводится. Есть праведники, которые получают как грешники, есть грешники, которые получают как праведники. Говорю я вам, говорит царь Соломон, это все фигня, все это суета. Почему? Все то, что мы вот делаем заповеди для того, чтобы получать на это какую-то награду в будущем, он говорит, это ерунда, это иллюзия. Никаких наград, забудьте. Если царь Соломон сегодня зашел бы в какую-то литовскую ишиву и сказал эту фразу, его бы сразу распяли на кресте, не дай бог. Извините за выражение, но потому что он перечеркивает вообще целую сегмент иудаизма. О том, что заповеди не делаются, потому что мы получаем за это заслуги, и мы не нарушаем что-то, потому что боимся наказания. Что он говорит? Посмотрите, какой вывод делает царь Соломон, что это все ерунда, какие-то планы, какие-то заслуги и наказания. Посмотрите 15-е приложение. «Вышивахте они, это симха, ашер эн тобла адам тахэта шемеш». И восхвалю я радость, нету ничего лучше радости для человека под солнцем. Ким лэхоль, вэлиштот, вэлисмох, вуэл вэна баамалоя мэйхая, вэша натану элуким тахэта шемеш. И пусть он пьет, и ест, и радуется всем достижениям своего труда, который дал ему Всевышний под этим солнцем. Что говорит царь Соломон? Наоборот! Он говорит, думать о том, что будет, о каких-то планах, что-то рассчитывать, расписывать, ерунда. Есть что выпить, есть чем закусить. Радуйся. О чем он здесь говорит? Это один из... Но он говорит, не забей. Он говорит о том, что если ты что-то планируешь, то это тебя только ведет в депрессию. Это суета. А вот то, что у тебя есть, это один из важнейших моментов радости. Когда-то у нас была лекция на эту тему. Радость, она в моменте. Да, у нас была лекция на тему разницы между радостью и счастьем. Счастье – это иллюзия. Счастье есть – это вот эта вот суета. Это то, что ты планируешь. Вот я там куплю новый дом, и вот тогда я буду счастлив. Глупости! Живи сегодняшним днем! И поэтому мы говорим, что находиться в радости нужно постоянно. Почему? Потому что, говорит царь Соломон, в каждом мгновении есть что-то, из-за чего ты будешь радоваться. Пусть ты даже выпить и закусить, уже хорошо. Это то, что имел в виду Алтаребе, и то, что имел в виду еще в большей степени Раби Нахман, что постоянно нужно ходить в радости, а главное уметь найти в каждом моменте, чего радоваться. И если ты сможешь находить в каждом моменте, за что сказать спасибо, вот тогда это будет настоящая радость. Но это то, что касается временных рамок. Когда мы говорим о радости, что она в моменте, она в состоянии, а момент, вот это вот точка ноль, как мы с вами уже объясняли, это и есть единство со Всевышним. Только в радости, которая в моменте, ты можешь приблизиться ко Всевышнему. Потому что пока ты планируешь какое-то счастье, ты выставляешь между собой и Богом эту дистанцию, которая у тебя до счастья. А Бог, Он здесь, Он везде, Он во всем. Он и есть настоящая радость. И поэтому Рамбам и говорит, что если человек служит не в радости, то все, забыли. Его нужно отлучить от церкви. Да? Но есть еще один важнейший аспект радости. Посмотрите следующую страницу, предпоследнюю уже. Так у нас не так много времени, я вам предлагаю, опять же, много лет назад, когда мы только начинали, была лекция на эту тему, поэтому я не сильно хочу повторить, но посмотрите, с 19 по 22 предложение. 19 предложение – это предложение из книги Псалмов. Это в самом начале, первые три предложения книги Псалмов. Где в Торе, в Пятикнижии, ни разу не упоминается слово «счастье». Единственный раз, когда упоминается слово «счастье», это только в контексте имени Ашер, сын Якова. Слово «счастье» не упоминается ни разу. С другой стороны, слово «радость», «симха», упоминается, если не ошибаюсь, 17 раз.
Теперь посмотрите первое предложение. С другой стороны, слово «счастье» постоянно упоминается в книге псалмов. Оно с этого начинается. Первое слово книги псалмов – это «счастлив человек». А? Но следующие три предложения, три отрывка – это из книги «Дворим», где, по-моему, 12 раз упоминается слово «симха». Посмотрите, какая между ними разница. Прочтите просто быстро эти 19, три предложения, где говорится о счастливом человеке. И последние три предложения, 20, 21, 22 отрывок, когда говорится о радости. Первым говорится о счастье в 19 отрывке, в 20, 21, 22 говорится о радости. В чем кардинальная разница? Нет, радость, как обратите внимание, тут вначале говорится о том, кем не нужно быть, потом кем нужно быть, а вот самое главное, это третье предложение в 19 отрывке, это как кто такой счастливый человек по-настоящему, с кем он сравнивается? С деревом. С невянущим деревом. Дерево, которое стоит возле источников, у него есть плоды и дает. А дальше посмотрите в 20-22, где говорится именно о радости, но не о счастье. Счастье в Торе не упоминается. С женой покушать. Все вместе. В чем разница? Ну там про душу, про духовное, а тут про физическое. Да нафиг это духовное. Говорится о счастливом человеке как одиноком и несчастном человеке, который никуда не движется, он как дерево стоит на месте. Он находится, да, в этом состоянии дзень. Вот в нормальном состоянии современного человека. Don't bother me. Не трогайте меня. Я живу в своем маленьком мирке, в своем comfort zone, и не хочу никто, чтобы мне входил, и никуда не хочу выходить. Это не человек, который радуется. Это человек, который живет в иллюзии, как мы уже сказали у царя Соломона, иллюзии счастья. А все три предложения с женой, с семьей, со всем народом праздник Суккот, 22-е предложение, оно обязательно с кем-то. Радость, она обязательно социальна. Счастье, оно мое личное, это мой домик, моя машинка. Это что-то мое личное. Да, поэтому это абсолютно дебильно, говорят старые советские песни, счастьем поделись другим. Не счастьем делится, а чем, говорит нам Тора, делится? Делится радостью. Именно об этом посмотрите 23-е предложение. Говорит Марк Твейн: «To get the full value of joy, you must have someone to divide it with». Ты не можешь радоваться в одиночке. Радость в одиночке – это действительно диагноз. Радоваться можно только с кем-то. Поэтому получается, чтобы достичь этого состояния радости, без которого невозможно ничего добиться в этом мире, которое посвящается весь этот месяц, нужно первое – находить каждое мгновение то, за что тебе есть сказать спасибо, а б – обязательно нужно находиться в общине, нужно находиться с людьми. Нужно ты не можешь радоваться в одиночке. Месяц Адар – это тогда, когда мы должны радоваться с людьми. Именно поэтому еврейская традиция предусматривает о том, что человек, все, что связано с еврейским законодательством, оно связано с общиной, с тем, как ты общаешься с людьми. Храм, он построен для того, чтобы люди там могли собираться. Синагога – это не синагога, а бейт-кнессет, дом собрания. Молитва, она только в миньяне и так далее. Ты не можешь находиться в состоянии радости, которая необходима для служения, и мы говорим здесь именно о служении, без того, чтобы быть социальным. В одиночестве ты в стагнации. С телефоном не получается. Нет, нужно. Ты счастлив. А? Но мы только что сказали, что счастье – это иллюзия. Царь Соломон говорит, что счастье – это иллюзия. Счастья не существует, есть только радость в этом моменте. А уже о рамках времени мы уже говорили здесь неоднократно, поэтому повторяться мы не будем. Но если вернуться к тому, что говорит Рамбам, и немножко его перефразировать, даже не нужно перефразировать, когда Рамбам говорит, что заповедь, выполнение заповеди, служение должно быть в радости. Радость служения, которое не в радости, это идолопоклонство. Мой Шарабейну, который является основой того, что мы радуемся в месяц Адар, у него была несчастная жизнь. Счастье у него 100% не было. У него была не жизнь, а трагедия. Если говорить простых человеческих пониманий. Семья, дети,
позиция, мечта не сбылась и так далее. Но, говорится, последний день Моше Рабейну начинается слово «Ваелех». И он пошел. Куда он пошел? Он просто пошел. Почему? Потому что точно так же, как он каждое мгновение своей жизни проживал 119 лет и 364 дня, точно так же последний день своей жизни, он шел и делал все то же самое. Он жил в этом моменте. Его служение и было радостью. Посмотрите, последнее уже, извините, не мог в эпиграфе, то есть, нет, не в эпиграфе, эпиграф это в начале, это как? Эпилоги. Не выпрямится Рабиндранат Тагир, посмотрите, что он пишет. I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. Увеличивайте в радости. Лахаем, лахаем. Хорошего месяца. Красивая. Ждем всех на Пурим. Будем очень рады. С такими сложностями не каждая рюмка в горло пойдет. Выкрутить? Выключить? Выключить? 8 марта на носу.